Вас приветствует канал Вячеславич. Вот слизни оборзели совсем. Уже по дому нашему ползают. Вот ползут. Вон фундамент. И они вот так ползут. Вот какая сопля висит. Вот эта сопливая их. И они сюда ползут и ползут. Вон один, вон второй ползет. У наших соседей как-то проползают, даже на кухню заползают. Какие громадные. Вот он ползет. У них период размножения. Лезут, вон они, зашевелились оба. О, какие здоровущие. Хочу немного поговорить о слизнях. Я уже ставил две публикации о слизней. Смотрят многие, комментируют многие, но, судя по комментариям, никто серьезно к этим слизням не относится. У нас это нашествие, и нашествие уже это продолжается третий год. Раньше у нас водился обыкновенный, маленький, серый такой слизень. Он вырастал не больше 5 сантиметров. Сейчас он куда-то исчез. На моих видео видно, как они едят капусту. Они всеядные, эти слизни. Вот он такой маленький, но это он съежился. Он стал такой высокий, они съеживаются. Вообще по длине он где-то был сантиметров 7. Когда я его поймал, вот он полз, он когда ползет, он удлиняется. А вот сейчас он вообще съежится, он маленький такой комочек. Вырастают эти слизни до 15 сантиметров. И за сезон они могут отложить до 400 яиц. И представляете, какая эта масса слизней выведется? В разговорах о слизнях мне одна женщина сказала, я тоже с ними борюсь, я беру их, когда утром выхожу, и перерубаю лопатой пополам. Сразу скажу, что перерубать или давить этих слизней нельзя. Вы можете их перерубать, давить, они погибают. Но они, когда погибнут, они выделяют специфический запах. Этот запах распространяется на много метров. И те слизни, которые живут в соседних огородах, они чуют этот запах и ползут на него. Они едят своих собратьев, они его съедят и будут ползти со всей округи. Чем больше вы раздавите слизни, тем больше к вам приползет с соседних огородов, с соседних пустырей. Мы боремся со слизнями, я уже показывал в видео, рассыпаем грозу, но грозу именно с синими гранулами. Грозу покупаю только вот в таких пачках, вот именно вот с таким знаком. Если вот такого знака нет, бывает пачка точно такая же, но нет вот этого знака. Там розовые гранулы. Розовые гранулы, вот я рассыпал, три дня назад ни одного погибшего слизня нет. А когда рассыпаешь синие гранулы, то на следующее утро их много очень. Вчера вечером рассыпал грозу. Вот она синяя лежит. И вот уже утром все залито слизью. Кругом слизь. Вот она. Слизь везде. И собрал 63 погибающих слизня. Вот некоторые еще живы, вот пытаются уползти. За сезон я уже, наверное, поймал штук 500, если не больше, слизней. Представляете, 500 слизней, сколько бы съели у нас вот здесь в огороде, в нашем, в маленьком огороде, который у меня всего здесь 9 соток. Когда наступает грибной сезон, и мы ходим по грибы, то мы их встречаем там, длинных таких, всяких-всяких мастей, и черные, и коричневые, и красные, полосатые. Они с удовольствием едят грибы. Это всеядные слизни. Из естественных врагов, вот я читал в интернете, вообще в литературе, пишут, что это ежики. Но ежиков у нас днем с огнем не найдешь здесь, в поселке я их не встречал никогда. Пишут, что жабы. Ну, не знаю, жаба с 15-сантиметрового такого слизня проглотить, я сомневаюсь. Жабы у нас были, но тоже постепенно исчезли. Еще пишут, что кроты, но кротов тоже мы вывели, и их нет у нас на участке. Возможно, это все пишут, и относящиеся к слизню маленькому, серому. А вот этих больших слизней я вообще не видел, чтобы кто-то ел. Если бы их ели, то тогда бы их не было такие полчища у нас на огороде третий год. И пытались мы их давать курам. Вот куры с удовольствием едят улиток, даже ракушку эту съедают, улиток съедают. А вот этого слизня, ну, если кто-то в попыхах подскочит, схватит одного,
съест и все, и больше они не едят этих слизней. Слизни лежат, они к ним подходят, посмотрят и их не едят. Так что я не знаю, наши куры слизни не едят. Как я уже показывал в своем видео, слизни я собираю ложкой вот так, кладу в банку. Можно их здесь опрыскать какой-нибудь, или соляркой тот же, или бензина чуть-чуть, или какого-то растворителя набрать, опрыскать, они погибнут. Можно просто, я их беру, достаю потом, складываю в полиэтиленовый мешочек, мешочек завязываю, оставляю на солнце на полчаса, они гибнут и уношу в мусорку, чтобы здесь их не оставлять, иначе на запах, на этих трупный их запах приползут другие слизни. Поэтому только совместно с соседями, по участку, по садовым обществам, по поселкам мы можем как-то снизить их численность. И если с ними не бороться, их будет очень много. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте палец вверх, и будет у нас с вами все хорошо.